По пауэрлифтингу очень крутые соревнования проходят в городе Москва. Прелестное лето. Встретила нашего культуриста Михаила Сидорычева. Мне интересно, что ты делаешь на стране? Я приехал на чемпионат мира по пауэрлифтингу Кириллу Савичу по версии WPR Крылья Советов. Вот. Четвертый день турнира буду выступать в номинации жим-штанги лежа без экипировки профессионала. Во сколько ты будешь выступать сегодня? 5 вечера. Смотрите онлайн-трансляцию. Вот. На каком сайте? Если честно, не знаю. Чемпионат России, я помню, набрал просто WPR, смотреть онлайн пауэрлифтинг. Чемпионат мира. Значит, чемпионат мира — шикарная организация. Миш, расскажи, пожалуйста, это прямой эфир, тут тебе куча лайков, какие люди, вы супер. Скажи свои планы в бодибилдинге, потому что думают уже, что ты завязал с бодибилдингом. Нет, я не завязал, недавно провел операцию на живот, вырезал грудь живота, 2 месяца реабилитации, да. Сегодня у меня первый турнир по жиму лежа, 10 лет не выходил на помост. С Нового года сажусь на диету, готовлюсь. Первый турнир — это чемпионат Москвы 2016 год, «Космос». И Мурманск, чемпионат России. Хочу отобраться на Европу и стать 3-кратным чемпионом Европы по бодибилдингу. Хочешь? Хочу. Так, кто теперь у тебя тренер? Тренер, я сам себе тренер. Вот, тренируюсь один. А где работаешь сейчас, Миш? Работаю я сейчас, я являюсь тренером футбольного клуба «Химки». Живу в Химках, вот, представляю город Химки и все, что связано с ними. Женская команда по футболу? Нет, мужская команда. Вот. Я там тренер. Хорошо, Миш, спасибо большое. Давай тебе удачи. Еще час, чтобы доехать. Да, еще час можете доехать, кто в Москве здесь. Вообще так круто, просто плохой интернет, я из зала не могу транслировать. Вот покажу там. Михаил, привет из Кирова. Был у нас в городе, эти точно. Да, Кировцам привет. Феме Слобрянице, Хелесовичу привет. Не хватает тебя. Все парни сильные здесь сегодня. Ладно. Все, друзья, я постараюсь. Давай. Еще Мишу Кокляева сейчас приедет, так что следите за трансляцией. Все, пока. Все. Анатолий, что скажете? Ничего, интересно. Как после бодибилдинга, сколько можно пожать? Да, интересно посмотреть. Очень много людей, это только холл, там вообще шикарная организация, все так официально, все так красиво. А это я, сегодня вот такая. Возьми сюда, хочешь?